Всем привет, с вами Том, и в сегодняшнем видео я хочу наконец-таки открыть свой набор с русалочкой Ариэль из линейки Little Kingdom Disney Princess. Мне ее подарили еще в октябре на Рубраниконе. Дело в том, что летом я снимала другой набор из параллельной линейки Little Kingdom Frozen, и открывала я двух вот этих симпатичных барышень из набора Frozen Fever. Там был сундучок с большим количеством различных аксессуаров и двумя куколками, ссылочку я оставлю в описании. И в этом ролике я сказала, что мне очень нравятся эти куколки, они милые, достаточно детальные и очень такие миловидные, да, действительно, наличка. Вот, также чуть раньше летом я снимала Лего мини-фигурки Дисней, и там мне попалась русалочка, и в этом ролике я сказала, что мне нравится русалочка сама по себе, как принцесса, да, и вот один человек смекнул и подарил мне русалочку из линейки Little Kingdom. Большое тебе спасибо за такой чудесный подарок, мне действительно она очень нравится, я хочу ее побыстрее открыть. Этот набор у нас называется «Сундук сокровищ Ариэль», это средний набор, и кроме самой русалочки, а также сменного наряда и различных аксессуаров для нее, здесь у нас есть ее друг рыбка Флаундер и также непосредственно сундук сокровищ, как и обозначено. Очень красивый, кстати, такой подводный фон сзади коробки. Здесь у нас Ариэль изображена уже в своем платьице, когда она уже была не русалочкой, а девочкой. Вот. И сзади тоже у нас изображение еще раз всех деталей из набора. Можно посмотреть, что все это надевается на Ариэль. Также у нас есть картиночка, которая показывает, что все аксессуары между девочками можно менять, поэтому можно надевать любое на любую девушку. В общем, все очень здорово подходит друг к другу. Вот эти детальки тоже можно будет как-то чередовать и менять местами. Давайте уже откроем коробку и посмотрим все это поближе. Достали мы все наши богатства, давайте начнем с самой русалочки, она у нас с подвижным хвостиком, у тех девочек были подвижные ножки, вот у нее тут такой интересный хвостик, который может двигаться, также у нее, конечно, вращается голова и ручки в плечах. Только, но тем не менее. У нее сделан очень классный топик, который наверняка снимается, и юбка тоже наверняка снимается. Давайте сразу ее попробуем, что называется, раздеть и посмотреть, как, из чего она здесь у нас состоит. Так, а вот нет, у нее топик не снимается. Сзади, видите, вот он продолжается. Хотя, нет, передняя часть все-таки вот так вот. Ладно, окей, немножко он подснимается, так, передняя часть. А здесь у нас сделано не как купальником, как было с ракушками, да, в мультфильме. Здесь чуть более такой приличный вариант, рассчитан на детишек, да, по более младшего возраста. И хвостик у нас так выглядит. А, да, интересный, без перехода. Талия идет, юбочки у нее две, соответственно, получается, можно менять. А хвост у нее, кстати, идет тоже частично покрашен. Симпатичный хвост, и, по-моему, она может стоять. Видите, у нее такие прямые участки. Сейчас попробую ее поставить. Ей поставила. В общем, стоит она примерно с такой же долей устойчивости, как вот эти куколки Frozen Fever. Тут они, хотя и с ножками, но тоже, знаете, так немножко покачиваются. Но, в принципе, да, реально поставить ее на полку, если найти нужный, так сказать, баланс. Вот, также ее можно, конечно же, посадить, и сидит она гораздо лучше, сами понимаете. Но посадить, наверное, ее можно только если в короткой юбке, потому что длинная юбка у нее слишком длинная. Хвост у нее с рельефом, различными бусинками, и часть бусинок даже у нас покрашена. Такой богато украшенный хвост, и конец хвостика, я не знаю, что это такое, какие-то, может быть, не знаю, просто покрашены, может быть, ракушки, может быть, что-то интересное у нее выполнен конец хвоста, но у нее был такой полупрозрачный плавник, но здесь пошли дальше и как-то его украсили еще. Ее рыжие волосы, кстати, очень похожи на себя, она такая была у нас девушка улыбчивая, задорная, да, милая, опять-таки, личико круглая, с круглыми глазками. По-моему, очень миловидные куколки. Эти волосы у нее такие вот ярко-красно-оранжевые и с рельефом волнистым, забавно. А, да, и, ну и, как я уже говорила, сиреневый топик у нее покрашен. И вот тут переходят такие вот клинья, чтобы юбочки у нас не спадали. Юбки у нее в комплекте идет две. Одна покороче. Она у нас из мятного пластика. И раскрашена по боку сиреневым, и тут опять-таки вот эти вот жемчуга беленькие сделаны. Вот она в ней идет по умолчанию. Вторая юбочка у нее более такая длинная, тоже открывается из мягкого пластика. Здесь он тоже есть рельеф, но здесь он покрашен меньше, покрашен только вот эти вот, я не знаю, что-то похоже на какие-то морские цветы. И также есть отверстие, чтобы можно было украшать другими цветочками, идущими в комплекте, как
как-то все неудобно через камеру делать. Вот такие две водные лилии. Это, наверное, не знаю, что это так за цветочки. Вот, по-моему, в мультике были какие-то тоже цветы. Можно их, в общем, вставлять в эти отверстия. Давайте попробуем ей вторую юбку натянуть. Я взяла коробку, чтобы посмотреть. И, вы знаете, подразумевается, походу, что у нее две юбки будут одна на другой, видите? То есть можно вариант покороче, а можно вариант сразу с двумя. Потому что вот так какая-то дырка непонятная получается. В общем, все на нее навесить надо. Так, давайте попробую добавить сразу тогда... Так, ну эта юбка вроде норм, да? Вторую давайте попробуем добавить поверху. Наверное, все-таки вот так она подразумевается. Вот, чтобы вот эти вот так вот переходили в бедра. Понапридумывают же. Давайте вернем верхнюю. Так, вот так выглядит у нас все это сзади. Там почти закрывается у нас. Окей, по-моему, такое прикольное многоярусное нацепление получается. Ну и, конечно же, надо вернуть ее топ. Кстати, у тех девочек тоже такой вот топ, который снимается. Он у нас из вообще мягкого-мягкого пластика. И тоже с таким вот отверстием, чтобы на грудку можно было его закрепить. Да, тут рельеф цветочков. В общем, это все цветочки-цветочки. Вот, и так вот пришлепывается. Ну и держится. У нее, кстати, на руке еще есть съемный браслетик. Но я снимать не буду, но он есть. Вот он такой ярко-розовый, с камушком. По-моему, это же очень миленький. Так, что на тебе еще? А, цветочки. А дальше у нас, собственно, два отверстия для двух цветов. Нет, они совершенно одинаковые. Мне показалось, что один штырек длиннее второго. Но нет, они одинаковые. Так, раз пришпандурили. Это что такое? Гадость какая-то. Второй цветок. Отлично, все. Да, цветов понасажали на рель. И также у нее в комплекте еще идет корона. Она золотая и с рельефом. Вау, классно смотрится. И также со штырьком, который нужно вставить ей в голову. Как будто ничего. Как все неудобно снимать-то мелкие детали через камеру, честно. Так. Отлично. О, какая красота. Я правильно тебя собрала? Ну да. Вроде похоже. Только у меня почему-то волосы в этом варианте смотрятся короче, чем у моей. И улыбка меньше. Но с более широкой улыбкой Риэль каноничнее. Вот что я хотела сказать. Она такая милая. Классная, реально. Интересно, сесть она может в этом всем по своему богатству? Да, она вполне может сидеть. Наверное, это она мне и будет делать, потому что стоять с этим совсем обвесом, ну, можно, конечно, но... По-моему, она так шатается, что это выглядит и упадет. Нет, боюсь, что с таким большим всем обмундированием я ее не поставлю. Окей, ладно. Ну, вообще красавица, красавица сидит. Также у нее есть в комплекте флаундер, чтобы она не скучала. Это ее рыбка-друг. Так и смешно, как и в мультике. Смотрите, какой милый и забавный. Он у нас полностью желтенький, и только раскрашены его плавники, гребешок и полосочки. Ну и само собой ротик, глазки, бровки. Он классный, он такой пухленький. Мне кажется, он немножко крупноват для этой Риэль. Ну, в плане флаундер был все-таки чутка поменьше по размеру. Это такой большой флаундер, уже толстый, подросший. И, конечно же, у нас, вау, прикольно. Какая штука. Сундук с сокровищами. Здесь еще Себастьян нарисован. А сверху у нас наклеечка. Себастьяна включили в комплект как наклейку. Сундук сам классный. Смотрите, он тоже с различными рельефами. Жемчуга, морских звезд и так далее и тому подобное. Очень здорово выполнен. Сиреневый и желтым покрашен. Ну, покрашен достаточно аккуратно. Смотрите, почти без разводов, без всяких. Также у нас есть ракушка на замке, да? Но он не закрывается, он просто защелкивается, а ракушкой передвигается вот это вот внутреннее, не знаю, что это. Но здесь вроде как сокровища лежат. Кстати, вот эти бусики, наверное, можно снять, надеть на девушку, да? Отдайте мне эти сокровища. Да, кстати, прикольно. Вот это как бы такая штука рельефная, видите, вверх. Здесь просто штырек. Ну, тоже можно что-нибудь, кстати, кого-нибудь на штырек посадить. И сама подложка, это тоже, видите, украшенная различным, как будто там всякие алмазы, драгоценности. Тоже жемчуг. Прикольно. Прикольно сделано. Так. Сиди тут. Да, можно ей еще, наверное, бусики эти. Ей!
Вроде даже попала. Ах, все-таки они действительно little. Даже мне с моими вроде не особо большими руками сложно все это и туда правильно сделать. А, красиво. О, какие жемчуга вообще. Да, вот это все-таки отверстие надо, чтобы у нее нормально работал хвост, и она могла сидеть со всем этим платьем. Поэтому, да, там все правильно, большое отверстие, вон там вот в нижней юбке, чтобы она могла сесть. А, по-моему, просто вообще очень мило. Кстати, да, если вам нравится эта коллекция девочек, вообще красота какая, по-моему, сейчас на них скидка есть в том же детском мире. Я не знаю, когда этот ролик будет опубликован на канале, наверное, где-то до конца месяца, до конца декабря, но в любом случае, по крайней мере, вот на момент записи, я помню, в детском мире были скидки вот на эти наборы. Они у нас вышли в этом 2016 году, соответственно, вот. Но, возможно, линейка будет продолжаться и дальше. Эта линейка этого года, свеженькое изобретение Hasbro по новой лицензии, вот, и соответственно, они сейчас со скидкой есть, так что можете присмотреться, реально очень милые, классные девчонки. Русалочка такая, сейчас смотрите, она с этим совсем, ах, какая, они принцесса, королевна. Вот, еще раз говорю, что в описании будет ссылочка на предыдущий набор с двумя девочками по Frozen. Надеюсь, это видео было вам интересно и полезно. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами была Тома, пока!